Дорогие друзья, 68-й выпуск на канале Тим. По традиции не пропускаем его видосики, делаем реакцию на его funny moments. И по традиции в комментариях оставляем комментарий. Ну, и лайкаем лайки, подписываем подписки. Вот, и смотрим просмотр. Спасибо, до новых встреч, скоро увидимся. Так, смотрим, поехали. На! Ну зачем было бежать за роботом? Ну камон. Что за бред? Вообще, блин, я даже я знаю, что за роботом бежать не надо. 2 хп. Ну. Автоатакер! А там, вы поняли, это не Динамайк его взорвал, это там в бочке порох был просто. Мимо. 48 хп. И опять... А, это его, ее же ульта. Прикольно, прикольно. Бля, и добьет, да? Ну, Динамайк, конечно, красавчик. И на шельку, на просто. Такой ляпас. Блять. Бля, прикольно, она сдохла в воздухе. Биби, короче, этот, да, короче, этот. Ну, короче, тот, да, который этот. Ну, короче, блять. Она оттолкнула, ну, понятно, да. Хорошо. Watch and learn. Да, нормально, нормально, да. Я этот момент видел, меня не наебешь. Ой, извините. Я же не матерюсь в роликах. А, вот этот момент и третий. Бля, это постанова, вы чё, вы в это верите? Это созвездие так сошлось, полнолуние, я не знаю. Почему все три быка на Шелли в тупую ультанули? При этом она всех поимела. Я не верю, это постанова. Нормально. Ля, еще и охренеть. Биби троих вынесла, вас тут ничего не смущает, нет? Еще и гол забьет, да? Блять, это лучший момент. Вынести троих, забить гол, серьезно? Такого игрока в напарнике, блин. Двоих, да, тоже отымеет. Да нет, Дэрил говно. Вот то, что сделала Биби в предыдущем моменте, это... Это Оскар за лучшую игру. Блять, а это противоположная Биби, да. Предыдущая Биби. 1 хп. Ля какой. 1%, 1 хп. И добьет, да? Ёпта! Хорош. А шо, разве... А, повторов же нету, да, с роботом? Это запись в реал-тайме. Блин, вот как чел знал, что будет такой вот эпичный момент? Или все-таки повторы есть? Троих поймал, да? Еще раз поймал. Хорош. Ну, пока там был где-то тусовался, Фрэнк разобрал полкарты. Если бы не эти звуки, наводящие на момент, было бы не так смешно. Как же я люблю футбол. Чё, короче? Они вместе полетели? Ай, блядь. Ну? Бывает. Не, ну слушайте. И убьет, да, его? Да. Не, ну слушайте, в предыдущем моменте Мортис ничего не сделал, просто забил гол.
ему открыл ворота... Открыл ворота Кольт, а воробушек просто тупанул. Не забьет, да? Меньше тупить надо. Ясно? Так. Сейчас опять будет километровая жвачка, да? А, нет. А, да, ну да. Пол карты облетает. Облетает. Кирюха. Кирюха Блэд. Есть Кирюха Варпач, а есть Кирюха Блэд. Блять, вот это Кирюха Блэд был. Сука. Ай. Ну все нормально, у него... Этот, как это, метка была, поэтому ему прощается. Ведь он Блэд же. И что? А, он мог забить гол, но немножко не забил, да? Опа, и все, и еще раз. А, смотрите, он успел хильнуться до того, как прилетела в него ракета. А если бы не выбросил ульту, он бы сдох. Нихера себе. А так можно? Робот подпрыгивает? Я просто не играю в режим с роботом, я не знал. Нихера он его оттолкнул. Или это глюк был? Или так можно было? Времени не хватило, пиздец. Бывает, бывает. Так. Смотрите. Сейчас Биби друг друга убьют, выпустят жвачку, и эти жвачки убьют всех остальных 8 игроков на карте. Угу, да. Просто тут. Нет? Нет? А что произойдет такого? А жаль, моя версия была получше. Третья ульта. Серьезно? Бля, три ульты, они после первой, неужели у них им не пришло в голову разойтись? А, это пассивка, которая хилит ее, да? Но она же не может далеко улететь, потому что она, ну, должна быть рядом, чтобы хилить Пайпер. Ой, как ее, Тару. Бля, ну вот так вот надо уметь. Вот так вот надо уметь. Я, блядь, в пустые ворота не попадаю, камон. А, да, я понял. Фрэнк... Ой, Брок не отдупляет, наверное. Что произошло? Он его как-то в воздухе застанил, что ли? Я никак не комментирую, мне не знаю. Я не знаю, я футбол не люблю вообще. Мне футбол просто так неинтересно. Супербой. И он сдохнет, да? А кто, интересно, кто топ-1 в итоге взял? А, бык помог, типа, Тику. Ультуй, ультуй, он ультанет, да, я знал. И этот будет уничтожен роботом, бык. Ну, я приблизительно такой исход и предвидел. Так. Снова футбол. Сейчас. Так. Блять, как же сложно. Настя всех убила. Все, все, что вам надо знать. Настя всех убила. Блядь, на все случаи жизни. Блядь.
Я так это забыл. Окей. Взлетай и умри в воздухе, как предыдущая Пайпер. Один хп. Нет, но это было рядом, похоже на ту ситуацию, которая была. Бля, есть моменты, которые реально очень нравятся. Есть моменты, которые ты ждешь, блядь, быстрее бы они закончились. Блядь, попадос, да, бык? И он там же сдохнет, да? Ля, шо творит Динамайк? Что, все? Блин, жалко, жалко. Короче, блядь, Настя всех убила. На этом резюмируем. На самом деле, мне очень понравился момент, где Биби уничтожила трех соперников и забила гол. Мне понравился этот момент. Остальные... ну, постольку-поскольку, не знаю, может, у меня какое-то настроение не то сегодня, но предыдущий ролик мне, где вот это у всех один хп, прям вообще, ну, он такой азартный был. Этот видос, ну, чё-то мне моментами было скучно, не знаю, напишите вам в комментариях, все ли моменты понравились. Ну, кто я такой, чтобы критиковать, как делает Тим, серьезно, потому что, ну, Тим реально старается, а вот за старание респект. Ссылка на оригинал в описании, лайк, если понравились какие-то, хоть какие-то моменты, напишите, какой вам момент больше всего понравился. Вот, и запомнился. Все, до новых встреч, скоро увидимся. Пока.